Так, народ, небольшое видео по мостам. Значит, снова я их разобрал, потому что я их не смазывал. Подшипнички вот здесь открытого типа, их обязательно надо смазать. Вот. Дальше смажем вот эти еще подшипнички, плюс немножечко набьем сюда смазки, чтобы вода отсюда не заходила, и добавим смазки сюда. По поводу, значит, дифференциала, всему виной небольшой косяк в литье. Он, в принципе, очень легко чистится. Я его ножичком просто почистил. Он просто, когда вы втыкали его, он немножко поджимался в одну сторону. Я снизу убрал это, и все. И он отцентровался и стал нормально все крутиться. Вот. Ну, с продавцом я, конечно же, все равно открыл спор. Вот. Говорю то, что мосты еще сыроваты, качество не на высшем уровне. Вот. И он мне вернул за них 5 денег. Так что мосты мне обошлись с хорошей скидкой. Вот. И поэтому они мне стали нравиться еще больше. Ну что, набиваем смазки. Надо будет смазать. А смазывать, я надеюсь, вы знаете как. Если нет, сейчас я вам покажу. Достаем все подшипники. Вот они все. Берем смазку. Смазка должна пройти через подшипник. Я вот туда немножечко набил. И пропускаем через него. Все, вот смазка прошла. Так, теперь набиваем с этой стороны. Но с этой стороны у нас подшипник закрытого типа, но все равно, оп, со смазочкой его, и посадили. Так, дальше. Берем подшипничек, мажем. Оп. И смазочка проходит через наши шарики. Соответственно, все будет смазано. Вставляем полуоси. Набиваем в чулок смазки.
Все, через подшипник прошло. И в чулке у нас осталась маска, которая не будет которая не даст воде пройти вовнутрь. Оп. Все, смазка вышла. Смазка здесь есть, поэтому уже сюда на коробочку ничего не буду делать. Просто ее закрою и закручу. Можно было, конечно, герметиком пройтись, чтобы не выходило, не попадала туда влага отсюда. Но она все равно попадет. Поэтому я этим не заморачиваюсь. Один готов. Разбираем второй и смазываем аналогично. Так, потихонечку собираем нашу модель. Так, народ, пришлось мне немножко переделать мою шашку. У меня серво стояло на площадочке, на мосту. К этим мостам так сделать нельзя. Пришлось мне снять площадку, не помню с чего, установить сюда. Вот. И если кто-то захочет брать для Рэма Хобби эти мосты и захочет сохранить свою тягу Панара, то она с вами не подойдет, потому что у них крепежи с одной стороны. Вот получается на мосту и вот от стойки. Если мы разворачиваем стоечку, то она получается в обратной стороне и вообще ничего не совпадает. Так что задумайтесь. Вот. У кого на линках, так что никаких вопросов нету. Все, собрал. Так. Единственное, что открутил свой кастомный бампер с лебедкой. Пока убрал его, буду, все равно хотел переделывать. Буду все менять. Вот. Сейчас, значит, временно бампер-то какой-нибудь мы потом придумаем. Может быть, на принтере напечатаем. Он такой временной. Вот. А сейчас мы, значит, аккумулятор где-то здесь будет. Еще у меня не получилось открутить кардан. Буду завтра высверливать. Сегодня уже нет. Сейчас, значит, хочу посмотреть места крепления кузова. Совпадает ли, я так и не посмотрел, совпадает ли центровка, потому что, да, я вот сейчас уже накидываю, уже не совпадает, придется переделать все. Так.
Так что переделки еще будут. Крепежи у мостов в другом месте. И получается то, что у меня сейчас база уменьшилась. Я что-то сразу не подумал об этом. А получится то, что у нас... Вон что получится. Да. Придется передний мост еще вперед переносить. Вот. Так что итог. Машина пока не едет. Или передний посмотрим, или задний. Придется что-то переносить. Будут вопросы, спрашивайте. По мостам все расскажу, все отвечу. Вот. Ну, на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Понравилось? Смотрите, подписывайтесь. Всем пока. Удачи.